138 серия турецкого сериала «Основание Осман» рассказывает о том, что пока султан Осман занимался спасением пленников, Конур-бею удалось также захватить замок Кистель. Это очень важная победа для Осман-бея. Якуб-бей предложил Осману присягнуть ему на верность, но получил отказ. Султану Осману не нравится такое поведение Якуб-бея, он не видит в нем того, кому ему хотелось бы доверять. Он объявляет, что отныне они с Якуб-беем никто иные, как соперники. Но все же жизнь распорядится так, что беям придется на время отложить свое противостояние и заняться другими важными делами. Близнец монгольского полководца Акчелсуна, мужчина по имени Караджаласун, пришел мстить тем, кто снес его брату голову. Он намерен поступить с этими людьми точно так же. Он готов разрушить все на своем пути ради того, чтобы совершить месть. Магистр Гера не сумел найти то, что смог бы предоставить против Османа. Он решает объединиться с его монгольскими врагами и таким образом одолеть его. Караджаласун куда более жестокий полководец, чем его брат. Он готов убить множество людей. Ему совершенно не важно, чью кровь проливать ради высшей цели. Караджаласун нацелился на Якуб-бея. Возможно, он намерен использовать Якуб-бею в своих целях и с его помощью уничтожить Османа. Чтобы не пропустить последние новости и новинки серии «Основание Осман», не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк нашему видео.